Ну, ребят, судя по фотографиям, у вас насыщенная жизнь-то. Бойцы военно-патриотического отряда Семенокрасиловской школы рассказывают депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву о своей работе. Сегодня вместе гостят убийских юнармейцев. Вызов из Кытмановского района был создан еще в 2009-м. Задачу патриотов за годы стало еще больше. И пожилым помогают, и следят за порядком на сельском мемориале, и участвуют во многих военно-патриотических мероприятиях. В свое время Кытмановская школа стала инициатором проведения районного смотра песни и строя. Тогда и задумались о новой единой форме. Мы всегда собирали одежду, если честно сказать, по селу. И ушивали сами, и придумывали. А сами понимаем, что красивая одежда, она дисциплинирует, она подтягивает. Мечта руководителей и бойцов вызова сбылась. Семенокрасиловская школа получила комплект формы от учредителя фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева. Юнармейцы из Кытмановского района с огромной радостью примерили новые комплекты формы и продемонстрировали свои навыки и готовность к участию в ближайшем районном смотре конкурсе «Песни и строя». Настроен на первое место, впрочем, как всегда. Юнармия не ограничивается рамками военно-спортивной подготовки. Она открывает школьникам доступ к активному образу жизни. Юнармейцы ведут поисковую работу, становятся волонтерами. Недавно мой фонд провел школьный медиафорум, и там были ребята в юнармейской форме. И знаете, они всегда в центре внимания, яркие, организованные, с отличной выправкой. Действительно, бийские юнармейцы уже отличились на федеральном уровне. Трое ребят отмечены высшими наградами российской юнармии, медалями юнармейской доблести, которые им сегодня вручили. Опыт за плечами бийчан большой, и они с удовольствием делились им с гостями Семенокрасиловской школы, в том числе умением собирать и разбирать оружие. Вот это магазин. Собирать автомат умеешь? Нет. Вот сейчас попробовал, как тебе? Пока понравилось. Хочешь научиться? У нас автоматов нету. И эта проблема скоро будет решена. Александр Прокопьев обещал помочь приобрести макет оружия. А пока совместное фото в память о встрече. Спасибо. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.